Многие люди знают, как завязывается проводник восьмерка, но немногие знают, как его развязать, особенно если эту веревку тянули трактором, чтобы порвать дерево. Вся проблема в том, что узел очень сильно затягивается. Давайте сейчас попробуем решить. И самое страшное, что вы можете сделать, это ковырять отверткой или же чем-то пострашнее. Так что смотрим, как делать правильно. Первым делом закрепим веревку так, чтобы она оставалась вот здесь у нас наверху. Делаем такой изломчик. Вот так вот. Нам нужно будет выдернуть вот этот хвост. А для этого у нас есть вот эта петелька. Для этого мы используем полиспас с тремя блоками. Первым делом встегиваем карабин вот в эту петлю и вешаем на него наш блок двойной. Снизу закрепляем конец веревки к опоре, продеваем через блок, вешаем второй блок снизу, поднимаемся наверх и вешаем третий. Все это заблокируем. Дальше берем жумар и начинаем тянуть. Он двигается. Так, я хочу карабины соединить, потому что как только этот хвост выскочит, полиспас упадет вниз. Я не хочу этого, поэтому подшили. Вот так. Итак, хвост мы выдрали, и там получился у нас такой туннель. Теперь оттягиваем длинную веревку сюда, и вот эти петли, опа, начинают свободно двигаться. Одну петлю освобождаем, и узел уже более-менее разваливается. Вот так вот. И вторую петлю вот так все пошла. И теперь выталкиваем просто. И все. Узел развязан. Вот смотрите, как ее сильно сдавило. Ох, вот здесь прямо плавилось. Ну вот теперь вы знаете еще больше. Так что подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много интересного.